Всем привет! Сегодня я пройду на этом видео одну из карт. Это называется она Jagia Friends Experience. Нам нужно здесь найти будет 7 ягуаров. Сейчас перейду в игру и покажу, где их найти. Нажимаем play, нас перекидывает в игру. Обязательно перед началом, конечно, нужно скачать ее. И сейчас нас перекинет в игру, и я дальше покажу, как пройти квест. Итак, вот у нас карта прогрузилась, мы бежим по лестнице, подбегаем к вот этой штучке, нажимаем Е, и здесь выбираем последний эконом. Там вот вылетает такая штука, и все. У нас получается первый тикер, сюда прыгаем, бежим, берем, точнее это не тикер, а ягуар. Берем ягуара и спрыгиваем сюда и под лестницу получается. Здесь поворот направо. Сюда и поворачиваем вот сюда, нажимаем здесь Е, к этому окошку подходим, нажимаем Е и выбираем Yes. Все, у нас тут дверь открылась, мы берем второго ягуара. Все, у нас уже есть два ягуара. Поднимаемся наверх по лестнице и прямо и направо. Здесь у нас вот есть такая лазейка, сюда заходим и подходим к этой скринке и выбираем последнее. У нас получается, она открывается, выпадает ягуар. Так, все, сюда выбежали. Теперь бежим на лестницу. Вот сюда поднимаемся по лесенке и прыгаем вниз. Все, вниз прыгнули. Здесь у нас под лестницей будет тоже ягуар. Все, у нас уже есть 4. Поднимаемся по лестнице. И пятый ягуар у нас будет вот здесь, вот он там светится. Нам нужно спуститься и прям аккуратненько прыгнуть сюда. Все, если вы упадете в воду, там будет, вот покажу вам, случайно упала, получается, вот стрелочки, вы, получается, должны побежать по этой лестнице. Ну, старайтесь, конечно, не падать, чтобы вам не тратить время. Все, и туда вот пробежите, и там будет за этой штукой тоже ягуар. Все, мы 5 собрали, теперь нам нужно подбежать к этой яме. Падаем в эту яму и, получается, по лесенке поднимаемся. И прыгаем прямо. И вот за этим деревом у нас будет тоже ягуар. Все, взяли. Все, у нас уже 6 ягуаров. Так, блин. Чтобы нам выбраться, нам нужно к этой женщине подбежать и нажать Е. И типа ей еще это сказать. Теперь бежим прямо. Здесь у нас откроется тайная комната. Мы нажимаем рычаг. Все, мы падаем здесь. Теперь нам нужно здесь пробежать. Здесь везде стекла, то есть нужно бежать вот так. Как бы через стенку вы никак не пройдете. Определенно есть стекло. Здесь по лесенке поднимаемся. И на... Так, не направо, налево. И потом опять налево. И налево. Я, может, даже рекорд сейчас поставлю. Все. Все, подбегаем к этой штуке. Точнее, нет. Все, мы прошли, всех собрали. Мы молодцы. Я даже поставила рекорд по времени. Только обязательно собирайте в такой последовательности, потому что, вот, например, там потайная комната, она не откроется, пока у вас не будут все собраны. На этом все. Желаю всем удачи, ставьте рекорды по времени и занимайте топы. Всем пока!